В результате землетрясения на юге Пакистана погибли по меньшей мере 20 человек. Более 300 пострадали. Есть опасения, что число жертв будет расти. Стихия разыгралась в ночь на четверг. Подземные толчки ощущались в Квете, Сиби, Пешине и других городах провинции Белуджистан. В городке Харнай многие жители оказались без крыши над головой. Произошло землетрясение магнитудой 5,9. Но это нам так сказали. По моим ощущениям, это было очень сильное землетрясение. Столько людей у нас погибло. Имуществу нанесен большой ущерб. Главная мечеть города серьезно пострадала. Все, включая женщин и детей, бегали туда-сюда. Мы были так напуганы, не знали, что делать. Позже приехали машины скорой помощи и увезли раненых в больницу. Харнай разрушены сотни глиняных домов. Спасатели ищут выживших под обломками строений. К нам поступило более 200 пострадавших и было доставлено 15 тел погибших. Некоторых тяжело раненых мы отправили на лечение в Кветту, административный центр провинции Белуджистан. Людей увезли на машинах скорой помощи и частных автомобилях. Больных в критическом состоянии мы переправляем в Квету на вертолетах. В районе Харнай объявлена чрезвычайная ситуация. Премьер-министр Пакистана Имран Хан распорядился оказать экстренную помощь пострадавшим.